Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Кач, рад всех приветствовать на своем канале. И сегодня у нас необычное место, ну, как необычно, это просто декорация, ветреная немножко погода, но не беда, в лето нам очень даже хорошо. Самое главное, нет дождя, и ладно с ним. И мы сегодня с вами приготовим, друзья, приготовим вкусную пасточку. Это будет у нас фунчоза с овощами. Так что не переключайтесь, ни в коем случае не перематывайте видео, досматривайте до конца, лайк, подписка, и погнали. Ставим казан на огонь, хорошо разогреваем. Погода сегодня не очень, так что извините, если будет в кадре ветер. Наливаем масло, обильное количество, грамм 70. В первую очередь добавляем курицу и обжариваем ее до корочки. Курицу долго жарить не нужно, а то она будет сухая, потому что это грудка. Лучше, конечно, использовать бедро. Грудка тоже ничего, она поместится. Что это дело? Перемешиваем. К дну прилипает, все нормально. Не переживайте, все потом сами закройте и сделайте хорошо. В курицу добавляем красную паприку. И сухой чеснок. Прям сыпь, не жалейте. Плохо от этого не будет. Все это еще раз перемешиваем. Далее, друзья, добавляем лук-морковь. У меня здесь все сделано один к одному. Если вам нравится побольше овощей, то делайте так, как я. Я вот люблю просто овощи, поэтому я делаю вот так. Все это тоже дело сейчас быстренько обжариваем. Можно даже, видите, у меня суховат, можно добавить немножечко маслица. Плохо от этого не будет, друзья. Друзья, после того, как мы обжарили лук-морковь, добавляем сюда кабачки. Кабачков много надо. Кабачков мало не бывает. Добавляем кабачки, все это надо, но перемешиваем. Это просто будет вкуснейшая бомбическая тема, друзья. Добавили кабачки и теперь болгарский перец. Это все добавляется перед тем, как мы сейчас будем тушить все это дело, заливать водичкой. Кабачки и болгарский перец очень быстро готовятся. Ну, для гаммы цветов болгарский, для вкуса болгарский перец вообще будет великолепно. Друзья, обязательно надо хорошо все это дело посолить. Посолить надо прям очень-очень хорошо. Относительно хорошо, потому что у нас еще будет соевый соус. И проперчить очень хорошо. Как хорошо, не сильно не усердствуйте, потому что нам будет еще сладкий горстку чили. Этого, я думаю, будет достаточно. Друзья, мы все накроем крышечкой для того, чтобы протушить наши овощи. Чтобы они у нас дошли до готовности. Все, после того, как у нас потушились овощи, они у нас потушились, сачок, это не переживать, так и должно быть. Это часть основы соуса. Теперь добавляем сюда сливки. Сливок надо много. У меня 10%.
сливками заливаем, заливаем все вот это вот красивое чудо. Теперь добавляем в сливки сладкий чили. Не жалея, друзья, вот так вот, да. Опа. Отлично. Немного соевого соуса. И сейчас это дело вытушиваем. Хорошенечко перемешаем. Ждем, пока все это дело сейчас закипит. Потом пробуем и будем добавлять пасту. Ох, друзья, ароматик, конечно, не передать через камеру. Друзья, вот у нас соус уже прокипел хорошенечко уже. И мы добавляем сюда рисовую лапшу до полного, друзья. Смотрите, какая получается красота. Я приготовил на две рот солдат. Так что, друзья, теперь мы все это дело, смотрите, вот так вот. Ой, красота! Вкуснота и красота. И вот так вот все это дело теперь мы смешиваем. Огонь на минимум. И все это мешаем. Ой, смотри, как замечательно. Опа. Все это дело размешиваем. Друзья, смотрите, кипятим с пастой 5 минут. У нас все доходит до готовности. И все у нас, друзья, готово. Накрываем потом крышкой, 10 минут дадим настояться ей. И можно приступать к употреблению этой прекрасной и вкусной пасты. Друзья, еще, кстати, да, добавьте сюда немножечко сахарку. Я люблю, когда чуть-чуть послаще. Теперь берем, друзья, красивую тарелку. Накладываем нашу еду. Нашу фунчозу. И украшаем вот это дело все петрушечкой. Все, друзья, наше блюдо готово. Вот такое замечательное оно у нас получилось.